Всем доброго времени суток. Слышите? Гоняют Формула-1. Очень тяжело добираться в Олимпийский, потому что такое ощущение, кто здесь был, вот 125S, знаете маршрут? Он и так не очень ходил, да? А вот сейчас еще хуже, потому что по Олимпийскому пустили бесплатные автобусы, как-то там формуловские. И такое ощущение, что все их сняли со 125-го маршрута. Можно целый час стоять, ждать, можно не дождаться. В этом году, получается, сделали большой круг. В прошлом году так не было. А вот откуда там люди, они, наверное, у них, я не знаю, может, самые дешевые билеты, как они туда проходят. Странная трибуна. Или это халявщики, может, как-то пробрались. Потому что халявщиков много, посмотреть на эту Формулу-1. Я была в прошлом году так сдалека, потом общалась с человеком-подписчиком. Он был непосредственно на мероприятии. Тоже поделился то, что ему вообще не нравится. Места были у него хорошие. Его тоже просто пригласили. Говорит, мне не понравилось. Стоит это трех моторов в ушах. Время от времени перед твоими глазами мелькают тачки. Я не знаю, друзья. Ну, блин, ну... Вот этот ажиотаж вокруг этой формулы не понятен. За такие деньги 400 тысяч билет. Правда, супер VIP. Там голд какой-то. Количество мест там в пределах, может быть, 20-50 за 400 тысяч. Но все равно. Подарите мне, пожалуйста, 400 тысяч. Они мне помогут выжить, к примеру, да? Вот реально. Мне сейчас надо. А, вот я сижу и думаю, где мне взять 300 тысяч, чтобы выжить. Вот реально мне сейчас нужно, чтобы выжить 300 тысяч рублей. И я бы, наверное, отпрыгала от потолка, моя бы жизнь кардинально изменилась. Но, увы. Увы. А в это время вот там... Где справедливость? В чем смысл вообще этого мира? Вот этого неба, вот этого всего. Вот. Философ я еще тот. Ну что, мы с вами приближаемся. К нашему черному любимому морю. Правда, кто-то его любит в Турции, кто-то любит в Анапе, кто-то любит здесь. Но парадокс, многие не любят Имеретинку, но любят курортный городок и так далее. Вот представляете, насколько мы разные и делимся по разному вкусы у нас. Я вчера видео делала, и вот подписчик, в общем, зритель писал, что ой, мне Имеретинка не нравится, нравится курортный городок. Так вот, вот да, настолько разный Сочи. Вон самолет летит. Не знаю, мы бывали здесь сами, нет, я вам это место не показывала. Там у нас морской порт. Здесь у нас начинается Имеретинка, практически здесь. А набережная, которая, говорят, страдает. Не набережная, а берег уменьшается, поэтому здесь было вот подтопление. В 2016 году вот все захлестывало волнами, доходило до балконов, за балконы, вот эту Олимпийскую деревню. И, видимо, после этого, наверное, отсыпали, чтобы волны не захлестывали. Ставников летом не было, сейчас поставили губить природу дальше, потому что к сетям я отношусь очень отрицательно, очень-очень, потому что тонны рыбы в никуда набивать животы москвичей, потому что именно в Москву идет эта рыба. Здесь тоже можно покупаться, значит, правда, нет ни переодевалок, ни раздевалок, ничего тебе такого. Но зато вот оттуда, с частного сектора, люди идут, получается, вот за Олимпийским. Как же у нас там место, не знаю, называется. Вот. Мне нравится вот в таких камешках покупаться, в больших. Там вот место, я не знаю, видно его, нет. Можно
как бы подойти к морю, более-менее, ну как бы поменьше камней есть такой кусочек. 32 где-то по ощущениям температура воздуха, температура воды 26. Так что приезжайте. Только в Адлер, больше никуда. Серьезно. Ну, Турцию можете ехать. Я имею в виду по температуре воздуха комфортно. На Черноморском побережье вот сейчас, в этот отрезок времени, конец сентября, начало октября, только Адлер. Никого не слушайте. Вообще никого. Никаких туроператоров, никаких знакомых, которым якобы там нравится больше, к примеру, Геленджик или Анапа. Только слушайте, пожалуйста, меня, получается. Ну, серьезно, не обманываю. Честно, не пожалеете. По крайней мере, не замерзнете. Как бы там ни уговаривали, как бы ни говорили, посмотрите, какое яркое солнышко, какое лучезарное там море. Однозначно в это время холодно. Вот все, что... Пальма вот эта мне очень нравится. Ниже Адлера максимум до 1 сентября. Все, дальше только Адлер. Так, 6 минуток мы с вами поболтали. Все, у меня сейчас фотосессия. До встречи. Не представляете, когда вот он Таня спрашивал, Настя, какой-то вот кайф, когда ты понимаешь, что у тебя не будет зимы. Нет, она, конечно, классная. И если хочешь, она у тебя будет, вот, пожалуйста, съезди в Красную Поляну, и будет у тебя зима. Кайфани там пару дней и возвращайся. О, достаточно.